Другим новостям. Бюджет Тимирязевского района в этом году составил 5 миллиардов тенге. Это вдвое больше, чем в 2019-м. Деньги потратят на ремонт дорог, подведение воды, а еще приведут в порядок социальные объекты. В этом году в рамках программы «Дорожная карта занятости» в районе отремонтировали 4 школы, дом культуры и сельский клуб. Там стало комфортнее и уютнее. Решились такие проблемы, как ветхие окна и протекающие крыши. Айгерим Мукашева побывала на преобразившихся объектах. В этом году Дзержинской средней школе исполняется 32 года. Дата хоть и не круглая, но подарок учебное заведение получило отличный. Мечтали и просили здесь об одном – капитальный ремонт. Его не было со дня открытия школы. Дождались. Ветхие окна заменили пластиковыми. Сразу стало намного теплее. Изменился облик школы за счет внутреннего ремонта. Заменили все двери, стены выкрасили в приятные цвета. Таковыми они выглядят и за счет нового освещения. В школе полностью поменяли электропроводку. Отремонтировали крышу перехода школы, которая много лет претерпевала такие страшные вещи, как подтеки и так далее. А затем крышу козырька школы тоже сделали ремонт капитальный. А затем у нас вот этот переход школы был такой страшный, постоянно все текло, разваливалось, стена почти отводилась. Трудно поверить, но речь идет вот об этом коридоре. От подтеков и разваливающейся стены ни следа. Коридор стал светлым и просторным. Ведет он к спортзалу, который тоже заметно преобразился. Ремонт уже успели оценить ученики, их в школе чуть больше 40, их родители и педагоги остались довольны. Рады и те, кто занимается в районном доме культуры, там тоже сделали ремонт. Теперь тимирязевцы, которые занимаются спортом или творчеством, могут делать это в комфортных условиях. Капитальный ремонт вошли, значит, работы полностью, замена оконных блоков, 55 окон мы заменили и 23 двери, часть полностью внешние двери и часть внутренней. Со времен постройки эти окна никогда не ремонтировались, они как здесь были, так и стояли. Сейчас, конечно, и вид другой, и надеемся, что зимой будет тепло, самое главное нам. Преобразились кабинеты, в них сделали косметический ремонт. Приятнее стало не только готовиться к выступлениям, но и блистать на сцене. Актовый зал тоже преобразился. Установили новый LED-экран, сменили ковролин. Кроме танцевальных и музыкальных кружков, есть в Доме культуры спортивные секции. Каждый может найти занятия по душе. А для тех, кто следит за формой, по вечерам фитнес. Провести досуг полезно и интересно можно и в коворкинг-центре. После ремонта Дом культуры превратился в настоящий центр спорта, творчества и досуга. Айгерим Мукашева, Жолдызбек Ермуканов, новости МТРК.